Привет, всем добрый вечер. Я в Москве. Приехала к дочке. У Максика завтра день рождения. Садик его. Иду за ним забирать внука из садика. Всем привет. Холодно. Ветер такой сильный. Не люблю я эту зиму. Ой, что делать? Ну ничего, скоро я полечу в теплые края. Максюшенька, я тебя снимаю. Поздоровайся с подписчиками. Не хочешь? Скажи привет, привет всем. Любимец мой. Такой взрослый, совсем большой. 10 подписчиков. 10 подписчиков уже у тебя? Вот этот вообще молодец. Видишь, как тебя любят уже? Молодец. Так, босоножечки твои это? Ага, складывай. Все, умница мой. Пойдем, дорогой. Скажешь до свидания там всем? Ага, давай. Деловой. Да, дедушка дома, мы все приехали. Доля приехала, дедушка. И я. Вика так обрадовалась. Да. Ага, обнимать меня. Целовать. Меня, Вика, туда я прийду. Прикажу. В садик она очень. Я ее туда зову, она сразу. Очень быстро бежит и меня обнимает. Бежит, обнимает. А я говорю, она тебя очень любит, Макс. Снег скрипит под ногами, да? Угу. У меня новые ботинки. Новые ботинки у тебя? Угу. С геликом. С геликом? Да, я их купила. Я видела, у тебя босоножечки новые. Ага. Те уже были маленькие. Тогда у меня было 5 лет, а мне уже у меня были мамы. Когда тебе было 4. Ну тебе уже пока 4 же. Да. Завтра 5 будет. Я буду постоять. Да. Ага. Все, видишь, занесено. Даже не чистят площадку детскую, да? Ага. Ну, даже неудобно тут играть. Ага. Она лежит на твоей кроватке? Да. Скажу, бабушка, ты... Давай ручку. Я могу сам. Сам можешь. Мне уже 5 лет. Видишь, мы с тобой блогеры. Блогеры, да? Да. Говорит, у меня 10 подписчиков уже. У меня тоже 10. Давай ручку. Через дорогу будем переходить. Всем хорошего вечера. У нас тут стройка. Сломали дом такой же, как наш. Сломали вот здесь. Три дома было здесь. Все. Да, скоро построят новые дома, да? Да. И ты будешь там жить? Да. Ну, здорово. Это... нас будут... Родная Петяшка. Да?
Нет, он уже старый. Старый, да. Ну, конечно, старый, сынок. Там будет новые. Да. Это будет нормально. Ага. Ну, все, мы пришли.